Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодняшний наш проект мы посвятили юбилейной дате композитора, нашего земляка Виссариона Яковлевича Шипалина. Проект мы назвали «Шипалин и его ученики». Цель проекта – познакомить учащихся с именем Шипалина, подчеркнув значение его деятельности, воспитать чувство гордости, сознавая, что Виссарион Яковлевич – наш соотечественник. Прозвучит фрагмент из хора «Зимняя дорога» на стихи Пушкина. Учился в сельскохозяйственном институте. Решающим в судьбе будущего композитора оказался переезд в Москву и поступление в консерваторию в класс Николая Мясковского. Шипалин действительно набирает силы, растет его профессионализм и мастерство. По окончании консерватории он становится ее аспирантом, затем профессором и директором. Белобока.
Сергей Слонимский, ученик Шибарина. В своих воспоминаниях он писал: «Виссарион Яковлевич от молодых композиторов требовал искать свое, идущее от души. Каждый композитор отчасти золотоискатель. Он ищет новый тематический материал. В каждой теме мелодии должна быть своя электрическая искра, оживляющая и зажигающая». В репертуаре Сергея Слонимского немало произведений для детей. Мультфильмы с приключениями, вальс «Золушки и принца», «Танец кота в сапогах», пьеса «Дюймовочка», музыка нежная, хрупкая, хрустальная. Thank you.
народный композитор, музыка которого окрашена национальным колоритом. Арно – прекрасный пианист, одно из популярных произведений автора – «Ноктюрн». Героическая баллада, немало написано произведений для эстрады, среди которых «Королева красоты», «Голубая тайга», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», который с удовольствием исполнял Муслим Магомаев. «Королева красоты». Спасибо.
Когда
окончил институт военных дирижеров и Московскую консерваторию по классу композиции у Виссариона Яковлевича. Творчество Чичкова, оперы, кантаты, симфонии, сюита для хора и симфонического оркестра, музыка к телеспектаклям и кинофильмам. Одно из популярных произведений – скерцо для флейты, которое звучало в заставке музыкальной передачи «Утренняя почта» и в знаменитой клоунаде Олега Попова «Солнечный зайчик». Нашего хора. Наша школьная страна. Песня напевал, все смеялось, улыбалось.
мамы самые красивые. Звездные для нас.
стремят движется вперед. Но все равно мы вновь его торопим, нас молодых земля родная ждет. Сочинила около 400 песен. В 70-е годы Александра Пахмутова совместно с Николаем Добронравовым создали вокальный цикл песен «Созвездие Гагарина», который стал памятником первому человеку, полетевшему в космос. Песня «Нежность» в исполнении Майи Кристалинской. Thank you.
приглашается старший курс. Александра Бахмутова, «Звездопад». Thank you.
18, школьные годы города Омска. Хор мальчиков, хормистер Ираида Носкова, концертмейстер Екатерина Толкачева. Младший хор, хормистер Светлана Леонова, концертмейстер Екатерина Толкачева. Старший хор, хормистер Светлана Леонова, концертмейстер Вячеслав Васильев. Учащиеся, Надыкта Матвей, наш оператор. Дальше, Хохлова Анжела, Николаев Кирилл, Этитейн Русалина, вокалисты, Дубровина Юлия, Кучеренко Арсений, Найденко Ксения, Лазарева Анастасия, преподаватели, Ирина Горбунова, Марина Василевская, Елена Михайлова, сценарий и ведущая Дружинина Людмила. Спасибо за внимание.